Такое ничего, да? Нормально. Вот ночь музеев, мы решили в музеи пойти, они закрыты сегодня. Я начал разочаровываться, потом думаю, нет, не позволю. Вот эти замки, смотрите, да, как. Это сюда же приходят молодожены, и они вот сюда эти замки вешают. Символ того, что у них один ключ, и они закрывают это, и они могут это открыть. Ну, это можно сломать, конечно, но в целом, да, символ. То есть мы вдвоем соглашаемся что-то скрепить так, чтобы вот закрыть. Это наше, у нас ключ наш. Но замки ржавеют, однажды они стареют. И мне кажется, что вот так же в жизни, в семье нужны ключи, нужны замки. Вот их нужно менять, да, и где-то вот эти вот заветы, там, любви, дружба, отношения, их нужно закреплять вот такими замками, ключик туда. Ключик может передавать там своим детям, друзьям. Но в целом вот время от времени опять и опять нужно заключать вот этот завет так, чтобы как замок крепко, да, и чтобы ключ в ваших руках находился. Ну вот и все, собственно говоря. До следующей встречи.